Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty Modern Warfare 2. Ну, думаю, правильно прочитал. Итак, смотрим, что преподносит нам данное задание. Ну, рассказывай давай. А то картинок натыкали. Так. Черепа мы не одобрямся. К сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинают поступать сообщения с места событий, пока мы включены, но ясно одно. Одновременная атака службы. Исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. За ним пойдем тогда. Осиное гнездо. А. Вот так вот. Ну-ка, давайте посмотрим сначала, что за оружие у меня. Вот это поменять надо. Николай, мы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони вертушку к рынку. Как понял, прием. Ладно, приятель. О, ну. Все приготовиться. Оружие к бою. Начинаем. Вот так, из-за угла сначала расстреливаем. Ага. Подожди-ка. На! Вижу цель. Не вижу препятствий. Давайте. Хопаньки. Пойдем. А для чего мы это взяли? Только для одного. Потому что тут есть подствольник, который нам в итоге может пригодиться. Ну-ка. Тихо. Он... Еще техника. Ой, как мне по шее это прилетело. Обеспечьте поддержку. Бумк. Ой, что-то бумкнуло. Где у меня тут подствольник? Ну вот. Так, подожди, рано. Пойдем. Куда? Ладно. Пулемет был. Вот пулемет тоже хотелось бы взять. Опаньки. А если я начну? На! Ой. Давай. Подхватило где-то. На.
Давай, я не в таких передрягах бывал еще. Ну-ка, кстати, на этом у меня есть подствольник? Нету. Опа. Давай. Прорываемся по улицам и на рынок. Так, есть два пути. Смотри, куда бьёшь. Можно посюда пройти. Прикрой меня. Подожди. Опа. Где-то ты был. Блин! Суета. Давай, 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 ну застрели ее уж до конца-то. Где ты, где ты? Есть. На. Блин. Да подожди, на, на! Спрячемся за стеночкой. Давай. Вроде пока очистил вам, бегите. Мне кажется, что все равно они кончаются. Кто? Машина взорваться может. Как идти? Вот все. Проскочили переулок слева. Вот сейчас придется, да, воевать-то. Ой, меняем. Насобирали, насобирали немного. Бум. Попал. Да. Yeah.
Тебе что, не больно, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Курс не будем убивать. Тихо, куда ты? Точно слежу за целью. Ха! Блин, я курицу там хотел пристрелить, ладно? Ага. Откуда ты вылез-то? А, тут есть проволочек. А мука-то взорваться должна. На. На. Давай. Не вижу препятствий. Куда? Это, блин, это свои. Перепугал меня козлина. Беги! Слишком опасно, не рискну садиться. Ладно, жду вас там. Удачи. Давайте, давайте, давайте. Попробуем уйти по крышам сюда. Кока-кола. Бежим, бежим, бежим. Эй, приятель, мне тут сверху видно, что за тобой охотится вся деревня. Бля! Надо лучше прыгать. Эй, приятель, мне тут сверху видно, что за тобой охотится вся деревня. Но я и сам не знаю. Готовься нас подобрать. Ага. Ага, хрен нас там. Не успел. Не беда. Нам надо сваливать. Роуч, бежим. Проснись. Роуч, мы видим их с вертолета. Они идут к тебе. Целая толпа. Роуч, их слишком много. Убирайся оттуда и иди на крышу быстрее. Не сомневаюсь. Твою ж мать, ты... Никакого путеводителя нету. Как бежать? Неизвестно. О-о-о-о! Да бегу я! Хопаньки, хопаньки, хопаньки. Прыгай! И оп! Давай, мы его забрали! Валим отсюда! Конечно, валим! Куда, капитан? Мы справились. И что это у нас? Что за новая миссия? Мы куда вообще шли там? Мы никого, чё, никого вроде не забрали. Ты же говорил, в тюрьму. Кто-нибудь выключите телевизор. Зачем? Моя группа на другом задании. Принимаю командование вашей частью, сержант Фоули. Ага. Точно, сэр. Это сейчас какое-то другое задание было. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковый. И?
менеджером Шуки плохи, сэр. Она знает, что делает. Русские режут нашу оборону, как нож масла. Надо остановить их. Укажите точку на карте, сэр. Все будет сделано. Хорошо. Точку на карте. Исход. День четвертый. Давайте. Будем уничтожать. Тихо. Здесь есть что-нибудь? Кроме взрывающейся машины. А как тут? Вот так вот. Да, блин, мне оружие-то посерьезнее, пистолета надо. Вот. Спокойно. Ой-ой-ой. Блин. Ладно, сейчас пройдем, не беспокойтесь. Давай, перезарядим. На. Давай. А что, здесь не надо, что ли, уничтожать? А, все правильно. Вот они. Все? Давай, давай. Никого не пропускайте. Куда вы там? Нифига себе, у вас у каждого по пулемету, что ли? Волосато живете? У каждого по пулемету, блин. Ну дальше едь, чё? Давай, 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 давай. Давай. Конечно, кто-то все равно успел высадиться. На. Опа. Ох ты, нифига себе. Хорошо. Так. Как вы прошли, блин? Ой-ой-ой. Так. На. Давай, давай, давай. Какая машина? Давай. Не подавлено. Здесь этот козел находился.
Подтверждаю, атакуем пехоту в контрольной точке. Давай, 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 давай. Противник укрылся за перегородкой. Рисковать не буду вообще. Хренали. Вау! Вовремя я. Давай. Не знаю, как вы, но я уже иду. Я продвигаюсь. А вы что-то задание. Тормозите. Приказ главного штаба. Прием. Уничтожив ЗРК, следуйте на Брукмер Роуд 4677. Давай. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Блин. Ну да, одному здесь делать, а нечего. Тихо. Никак нет. Цель вне зоны поражения. Прием. Тут нет, ты, ты. Вперед, вперед! Я вас всех порешаю, падла. Давай, тут никого нет. Давай, давай. Чтобы в самый неподходящий момент она не взорвалась у меня. Так. Насквозь можно пройти? Можно. Так точно, атакуем машину. Хоп. Блин, он там стоял. Перезаряжаемся. Да какой подавлено? Меня вот шмаляют, ты чё, блин? Спишь там? Вперед, вперед! Ай-яй-яй-яй-яй. А раньше на пролом проходил, на самое сложное, на раз-два только. И причем быстро. А что ты по мне-то стреляешь тогда? Козлина. Отряд, использовать цели указателя. Обозначить цели для страйкера. Сейчас обозначу, подожди, выйду на задний двор. Да. Вот так. Координаты подтверждены. Огонь. Надо самому там не оказаться только. Бум. Кто молодец? Я молодец. Так, а как туда? Вот сюда пройти. Что именно мы ищем? Прием. Сержант Фоули, это генерал Шепард. Ваша цель забрать особо важную персону из убийства.
Писем важное. Вытащите его оттуда и доложите Оверлорду. Конец связи. Нахер вот он нужен нам. Сами его тащите. Еще самолет тут на него упал. Че ты там шарился? Эйф! Шарится еще тут. Айспик. Что-то тут не так. Проверьте убежище. Давай. Не похоже на нападение. Ну, берем. Рамирос, возьми портфель. Подожди, перезаряжайся. Все. Что там у нас? Ну, мертв, мертв. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пока!